Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень благодарна всем вам и организаторам конференции. Жалко, что ушли наши гости важные и не услышат того предложения, которое я хотела предложить для... Света, извини, пожалуйста, что я прибавил, ну как, так сказать, на правах всего друга твоего. Не забывайте о том, что мы даже на перуанской нашей конференции все с вами приняли решение, чтобы вы тут же направили, по крайней мере, мне, а я потом разослал все материалы этой конференции, которую вы предоставляете, то есть те краткие выступления и видеоматериалы. Но вот после перуанской конференции не все мне, лучше даже сказать, единицы направили. Поэтому, Свет, не горюй, обязательно пришлешь, и обязательно в ДРС это будет. Сокращаю до минимума. Уложусь 4-5 минут, даю вам слово. Ну, значит, я приехала из Вашингтона, где занимаюсь... Я являюсь президентом Американской ассоциации русского языка. Я хотела рассказать только о трех проектах, в которых хотела бы видеть и вашу часть, и Латинской Америки, и Канады. И... Слышно? Вот. И основные проекты, которые я привезла сегодня, это самый главный наш проект, который мы делаем уже третий год, это всеамериканский театральный фестиваль. Если можно, включите без звука диск, я буду просто коротко, буквально одну минуту рассказывать, а вы будете, немножко посмотрите, что это такое. Дим, включите, пожалуйста, без звука. Я сокращу презентацию до минимума. Так вот, три года назад... По нашей инициативе произошло вот это первое знаменательное такое событие. Мы собрали 16 русскоязычных детских театров со всей Америки. В этом году Организационный комитет международного фестиваля уже детских и юношеских театров, значит, рад сообщить вам, что ведется подготовка. И уже назначены сроки, когда будет следующий, третий театральный фестиваль. Он будет в марте 2013 года в столице Соединенных Штатов Америки, Вашингтона. Дело в том, что сейчас идут звонки и заявки. Я прошу прощения, Майя Владимировна, мы вас очень внимательно слушали. Подождите, у нас через 3 минуты будет обед. Спасибо. Латинская, пришли звонки и... желание театров русскоязычных из Латинской Америки, из Канады были звонки. Мне звонили ребята, которые сидят сейчас в этом зале, с помощью, желанием помочь им, чтобы они могли приехать на наш фестиваль. У нас такой возможности профинансировать их перелеты не было. И вот сейчас, будучи тем, что я сейчас на этой трибуне, я бы очень хотела, чтобы на следующий фестиваль приехали хотя бы по одному театру от Латинской Америки и от Канады. Вчера я встречалась в Монреале с представителями 4 театров. Это другой проект. Нам бы хотелось, наверное, чтобы следующий театральный фестиваль был, например, в Монреале, в Канаде. Мы бы потянули сильные театры. И если бы есть такая возможность, страновой конференции, нашей региональной, записать резолюции, чтобы... Мы, этот театральный фестиваль был поддержан, и была возможность оплаты перелета или переезда участников из этих 2 стран, мы, в общем-то, повысили бы качество намного выше и смогли бы, дали бы возможность познакомиться и, в общем-то, сделать серьезный, очень серьезный фестиваль. Он и сейчас у нас уже будет большим, более 30 театров. В этом году мы сделали уже в 2 городах, в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Но, в общем-то, участие Латинской Америки и Канады это было бы для нас очень престижно и интересно. Вот это главное, то, что я вот жалко, что ушли сейчас ваш представитель, самый главный из посольства, потому что это его решение тоже, наверное, будет очень много. Но я обращаюсь к посольству Канады, чтобы вы поддержали канадские театры и прислали их нам на следующий фестиваль. Ну вот, наверное, это самый главный проект, который я имею. Это будет март 2013 года. У вас есть время для каким-то образом включить небольшое финансирование. Наша страна может взять на себя размещение, ребят, питание. Ваше самое главное – это транспортировка. Вот. И вот, наверное, я сейчас хотела бы сказать, что каждому участнику, кому это интересно, я хочу вот этот фильм передать 30-40 минут здесь.
о театральном фестивале. С радостью подойдете ко мне, всем кому-то интересно, я передам. Ну вот все. Все остальное я уже расскажу. Спасибо большое, да, Свет. Очень конкретное и очень интересное выступление.